для местных новостей. С вами Каролина Стрельцова. Здравствуйте. Есть такая профессия. Офицер – это звание навсегда. В этом еще раз убедились наши коллеги из Песчанокопского. В историко-краеведческом музее Песчанокопского района прошла встреча общественной организации «Союз офицеров запаса» с учащимися школ сельских поселений. На эту встречу пришли те, кто связал свою жизнь с военной службой и готов поделиться, почему он сделал такой выбор. Знаете, вопрос вроде бы такой обыденный, да, несложный. Мне просто нравилась военная форма, потому что мой старший брат заканчивал Тбилисское артиллерийское училище. Вот. Честно скажу, мне нравилась его форма, его выправка. Организация появилась в 2010 году. Цель ее работы – обеспечение социальной и правовой защищенности офицеров, прапорщиков и членов их семей, а также проведение патриотической работы среди молодежи. В нее входят пограничники, моряки, летчики, воины-интернационалисты, все те, кто не понаслышке знает, что такое армия. Членов этой общественной организации часто приглашают в школы на открытые уроки, судейство конкурсов на военную тематику. Некоторые из них связали свою гражданскую жизнь с работой с детьми. Ну, шахматами я занимаюсь порядка 9 лет. Получилось так, что молодежью никто не занимался, специалисты по шахматам не оказалось, и меня попросили в администрации района, что заняться этим вопросом. Пришло, видимо, время, возраст, когда хочется поделиться своими знаниями, своими тем, что можешь делать для детей. На праздничном концерте, посвященном Дню защитника Отечества, эти мужчины всегда выделяются формой и военной выправкой, несмотря на то, что уже все давно гражданские люди. Служить России суждено тебе и мне, служить России удивительной стране, где солнце новое встает на небе синее. Михаил Игнатенко, Евгений Трачук. Специально для программы «Время местное». Крылатые соколы с теми, кто день и ночь обеспечивает обороноспособность нашей страны, встретились журналисты Миллеровского телеканала. Летный состав 31-го истребительного авиационного полка, дислоцирующегося в поселке Долотинка Миллеровского района, выполняет важные задачи по обеспечению безопасности воздушных рубежей России и является достойным продолжателем славных боевых традиций поколения победителей, которое отважно сражалось с фашистами в годы Великой Отечественной войны. 31-й авиационный полк, гордость с достоинством, продолжает выполнять свои задачи по предназначению. Полк несет боевое дежурство по охране и защите воздушных рубежей, совершенствует свою боевую подготовку, слаженно и дружно выполняет задачи, поставленные вышестоящим командованием. В составе экипажа, с которым удалось побеседовать нашей съемочной группе, молодые летчики. Небо для меня всегда было детской мечтой, но далее эта меня мечта переросла в полеты в аэроклубе. Но всегда оставалась мечта именно служить в армии. Истребитель выруливает на рулежную дорожку и поднимается в небо. Надежда Шевякова, Владимир Зеленский, Миллеровский телеканал для программы «Время местное». И на плацу, и на танцполе. В Покровском состоялся офицерский бал, посвященный году памяти и славы. Военный духовой оркестр играет мазурку и польку, вальс и полонез. Бальное платье дам, мундиры и фраки кавалеров. Эту атмосферу бала участники ждали целый год, готовились к нему. И вот король бала, он же директор Никлиновской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой, открывает большой офицерский бал первым танцем. Этот год, безусловно, призван напомнить нам о доблести и чести наследников великих побед в истории нашей страны. Царит прекрасная атмосфера, которая возвращает нас в позапрошлый век. Прекрасные кавалеры, красивые дамы, платья, прически. Я очень рада, что я попала и тоже смогла нарядиться, как нас
настоящая Наташа Ростова. В конкурсной программе участвуют 10 пар. Один танец сменялся другим. Минуэт и кадриль, котельон и вальсы, вальс-гавот, испанский, венский, вальс юнкеров и, конечно, белый. Один из самых молодых. Поскольку бал проводился накануне Дня защитника Отечества, то к этой дате были приурочены награждение самых достойных воспитанников и вручение очередных специальных званий. Наконец, пришло время объявить победителей. Приз зрительских симпатий достался паре путем общего голосования. За этой победой стоит огромный труд и огромная работа, поэтому это является приятным дополнением к тому, что мы уже сделали. Король и королева бала получают заветные символы и поздравления. Им также предоставлено право своим танцам победителей закрыть офицерский бал. Любовь Кучеренко, Сергей Киянов, телеканал Минус ТВ, специально для программы «Время местное». Они – будущее России. Ряды юной армии пополнили донецкие ребята. В школе номер 18 состоялось торжественное вступление обучающихся общеобразовательных организаций Донецка в ряды Всероссийского Донецко-юношеского военного патриотического общественного движения «Юнармия». Самое главное, когда вы станете юноармейцами, это, естественно, физическая, конечно, ваша подготовка для будущей, может быть, службы и защиты. Ну а самое главное, это то, что вы должны свято хранить правдивую историю и передавать своим поколениям. Роман Васильевич выполнил почетную миссию и вручил ветеранам, находившимся в зале, юбилейные медали 75 лет Победы. Вступая в ряды юнармии, перед лицом своих товарищей, торжественно клянусь всегда быть верным своему отечеству и юноармейскому братству. Клянусь! 137 обучающихся донецких школ получили удостоверение членов, вступив в ряды юнармии. Теперь с гордостью можно сказать, что Ростовское региональное отделение пополнилось новым местным отделением в городе Донецке. На сегодняшний день вступлением еще 137 человек ряды юноармейского движения Ростовской области составляет 12 300, ну, дальше говорить не буду, не успеваю посчитать. Отрядов стало еще на 10 отрядов больше. По окончании церемонии Сергей Литвиненко передал начальнику Донецкого штаба флаг юнармии. Для мальчишек и девчонок это школа будущего, где воспитывается настоящий характер, смелость, целеустремленность, патриотизм и воля к победе. Алексей Масленников, специально для программы «Время местное». Если завтра в поход. Научить навыкам воинской службы может только профессионал. С одним из них пообщались наши коллеги из Сальска. Автомат Калашникова с калибром 7,62 может поразить любую боевую технику. Умеет Александр Викторович заинтересовать ребят своим предметом. За плечами 34 года педагогического стажа, армия, срочную службу проходил в Афганистане. В составе Витебской военно-воздушной дивизии участвовал в боях. В 1979 году, 26 декабря, и были в Кабуле, были в Джалалабаде, Кандагаре, были, проводили спецоперации по уничтожению бандформирований. Многим своим ученикам 76-й гигантовской школы педагог помог с выбором профессии. Парни стали военными. Во второй гимназии Герасименко собрал команду юных друзей полиции. Второй год она в тройке лидеров. Победы школе приносит и девятиклассник Сергей Клевзоник. У него второй результат в районе по стрельбе. Из 30 возможных очков выбивает 25. Автомат разбирает и собирает за 23 секунды. Мне это очень нравится, я увлекаюсь оружием и военной техникой, это мое хобби. Укладываются в нормативы и две Анастасии, Ищенко и Смердягина. Заразились военным делом. Вряд ли эти навыки им пригодятся в жизни, но свой класс они не раз еще выручат на городских и районных турнирах. Александр Викторович самый лучший учитель по ОБЖ. Вот, он нас готовит как по стрельбе, также мы учимся надевать противогазы. Не растеряются ученики и в критической ситуации, а окажут помощь пострадавшим. Педагог уверен,
Что сможет дать детям больше знаний, если в школьную программу вернут курс допризывной подготовки? Военным дисциплинам за год не научишь. И если мы не будем готовить здесь детей, ребенку очень сложно и трудно будет находиться первое время в вооруженных силах. А то, что в силах учителя, он делает. Сейчас ребята готовятся к очередным соревнованиям. А ну-ка правильно укладываем. Галина Соколова, Артем Мирошников. Специально для программы «Время местное». Богата сальская земля талантами. 9 гран-при всероссийского конкурса «Самородки России» завоевали воспитанники местной школы искусств имени Еждика. Ребята схожи по темпераменту и по манере исполнения. Такое случается редко. Играть ансамблем начали полгода назад. Алина более опытная ученица, чуткая, внимательная к партнеру, легко подстраивается под него, и Даниил ее не подводит. Когда разбираешь, конечно, сложно поначалу, а потом, если приноровиться, то будет все уже лучше. Дети одаренные. Весной поучаствуют в фортепианном конкурсе, выступят соло. Летом Алина, возможно, поступит в музыкальный колледж. Она, мне кажется, вся пропиталась уже музыкой, да. Это уже все срослось просто с ней в одно единое целое. Вот. У Даниила тоже очень хорошие перспективы. Алексей Орьков свой выбор уже сделал. После фортепиано успешно осваивает саксофон. Модный инструмент, его старший брат на нем играет. Дебютировал Леша на «Самородках России», стал лауреатом второй степени. Если не было бы запинки, то получил бы, наверное, первое место. Волнение же, как всегда, пересилило. То есть, ну, надо заниматься просто больше. Слушать преподавателя лучше. Тогда все будет нормально. Обладательница лирического сопрано Катя Зоря за годы учебы выступала на конкурсах разного уровня. В ее творческой копилке много призовых мест. Высшую награду отличница, выпускница школы искусств получила лишь в этом году. Самое главное, что у нее характер есть. Все, она поставила цель, все, она преодолеет. Вокалистке пророчат большое будущее, выбор за ней. Галина Соколова, Артем Мирошников. Специально для программы «Время местное». На сегодня это все. Мы желаем вам только хороших новостей, о которых с удовольствием расскажем в нашей следующей программе. Встретимся во вторник на этом же месте, в это же время. Время местное.